Жители Кирьевски озвучили наболевшие вопросы прокурору. В первой столице Ненецкого округа сегодня работала мобильная выездная приемная региональной прокуратуры. Подробности в сюжете Катрины Тайбарей. Прием граждан – основное направление деятельности прокуратуры, которое осуществляется ежедневно. Помимо постоянной приемной в столице региона, также работает и мобильная группа, которая ежемесячно отправляется в отдаленные населенные пункты региона. Сегодня с волнующими вопросами к представителям ведомства обратились жители села Тельвиска. Это и вопросы жилищные, это вопросы сбора, накопления и размещения твердобытовых отходов и мусора. Это вопросы деятельности дошкольных и общеобразовательных учреждений. То есть буквально вот все, что интересует жителей в каждом конкретном населенном пункте. Как отмечает глава сельского поселения Тельвисочный сельсовет Заполярного района Ненецкого автономного округа Дмитрий Якубович, такие мероприятия помогают муниципалитетам. Прокуратура принимает меры реагирования в соответствии с полномочиями. Тем не менее, работы еще много. Самый актуальный вопрос для жителей села Тельвиска – это непосредственно продолжение строительства автомобильной дороги на Ренуар-Тельвиска. В социальных сетях идет бурное обсуждение понтонов, которые уже с 2014 года брошенные на берегу ждут своего часа. По данному вопросу было собрано рабочее совещание. С августа дано поручение централизованному строительному заказчику, чтобы они рассчитали необходимые потребности в денежных средствах для того, чтобы установить непосредственно понтон, сделать две береговые конструкции, куда этот понтон будет, так сказать, опираться. Форма взаимодействия с населением в виде мобильных приемных в селах хорошо зарекомендовала себя в связи с транспортными трудностями в регионе. Ведь не у всех есть возможность выехать в город. Мы какие-то вопросы можем разрешить на месте, допустим, если они касаются деятельности там, того или иного учреждения, либо органы местного самоуправления отреагировать на месте, может быть, даже без каких-то заявлений и обращений разрешаются проблемы. Посетить мобильную приемную прокуратуры можно без предварительной записи. Профильные ведомства заранее предупреждают население о визите, определяют даты и время мероприятия. В порядке живой очереди происходит прием селян. После разговора с представителем прокуратуры гражданин пишет заявление с подробным описанием проблемы. При себе необходимо иметь паспорт. Добавлю, за время визита мобильной приемной прокурора в Тельвиску со своими вопросами обратились 6 жителей. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север».